я управляю машиной. Кто я, если я машиной управляю? Водитель. Молодец. А если я управляю самолетом? Пилот. Молодец, пилот. А если я управляю кораблем? Капитан. Молодец, капитан. А если я управляю поездом, кто я? Пассажир. Кто? Пассажир. Машинист. 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 Колеса закружились, вот так вот, вот так вот. Вперед мы покатились, вот так вот. А щетки по стеклу шуршат, вжик-вжик-вжик, вжик-вжик-вжик. Все капельки смести хотят, вжик-вжик-вжик. И мы не просто так сидим, бип-бип-бип, бип-бип-бип. Мы громко-громко все гудим, бип-бип-бип. Пускай автобус наш трясет, вот так вот, вот так вот. Мы едем, едем все вперед, вот так вот. Поехали, за мной поехали. Или я за тобой, можно? Рулим, рулим. Бип-бип-бип. Мел-л, твердый. Мель, мягкий. Молодец. Тимофей, солнышко из страны Лалиле просит нас помочь. Злой волшебник украл все лучи у солнышка, и оно стало каким? Какое солнышко стало? Грустное. Правильно. Злой волшебник с неба взял, лучи у солнышка украл, в землю спрятал, закопал. Где искать, никто не знал. Ты в песочке поищи, лучи солнышку верни. Еще раз приготовились. Громче. Приплыл пароход. Молодец. А теперь пароход плывет сначала к букве А, потом к букве О, потом к букве У, к букве И и к букве Э. Приготовились, улыбнулись. Приготовились. Поплыл пароход. Погудел. Ла. Ла. К букве А же приплыл. И говорим, произносим звук А. Приготовились. К букве О плывет. Ла. Молодец. Приготовились. Какой букве приплыл? Лу. Теперь в какой букве будет плыть? И, да? Поплыл пароход. Лы. Так, и в букве Э. Поплыл. Молодец. А теперь назовем картинки, правильно произнося звук
по порядочку, да? Называем, что это? Лапа. Лапа, молодец. Лапки. Это лапти. Лапти. Этот цветочек как называется? Гвоздь. Я тебе скажу, ландыш. Ландыш. А это ласты. Ласты. Камелька. А еще по-другому можно сказать лавка. 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 Детей учат делать маленькие открытия и каким образом поддерживают их здоровье. Коллегам из Поднебесной показали воспитатели Центра развития ребенка детского сада номер 4. Специалисты управления образования Хэйхэ были поражены методиками российских педагогов. Это Оля. Оле болит зуб. Воспитатели 4-го детского сада предложили коллегам из Поднебесной побыть на месте детей в кабинете логопеда. Там им показали, как ребят учат правильно произносить звуки и развивают мелкую моторику. Язычок наверх. Хлещет, хлещет дождь. Скрылся волк под хвощ. Сам под хвощом, а язык под дождем. Молодец, хорошо. Щеткой чищу я щенка, щекочу ему бока. Мила мылилась мылом, намылилась с мыла, так и мылилась мила. Маланья, болтунья, молоко болтала, болтала, да не выболтала. Болтала, 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 да не выболтала. А теперь со старой скатерти стряхнули крошки. Товарищи. Вот как стряхнули. Молодец. Еще постелили скатерочку. И вдруг пошел дождик. Дождик, дождик, веселей, капай, капай, не жалей, только нас не замочи, зря в окошко не стучи, брызни в поле пуще, станет травка гуще.